Я приветствую всех любителей и профессионалов покупок необычных интересных товаров на AliExpress. Товары эти необычны прежде всего тем, что доставляются они, несмотря ни на что, untracked, то есть без отслеживания трека они проехали больше 2000 километров. Их точное местонахождение знает только тот, у кого они в руках. Товары без отслеживания трека приносят много радости и восторга этим фактом. И в этот раз у меня в руках диск. Игровой контроллер. Коробочки нету. Инструкции нету. Есть диск и есть, собственно, пульт. Ну, буду пробовать летать в самолеты. Я играю в игру World of Warplanes в самолетике. Буду пробовать устанавливать новые рекорды. Не знаю, как получится. Кнопки жмутся мягко, в руках сидит удобно. Насколько удобно будет летать на самолете, посмотрим по рекордам. Вот, если хотите, можете заказать себе такой же игровой контроллер. Без всякого отслеживания трека он приходит. Шнур длиной, ну, может быть, метр с небольшим. Где-то 1,10 м. Где-то так, не больше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Да, кстати, внизу под видео в описании будет ссылочка, пройдя по которой можно будет попасть на страницу заказа этого товара. А также ссылка на кэшбэк, то есть частично возврат потраченных денег. Зарегистрироваться по этой ссылке можно получать назад от 7 до 15% возврата. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я покажу вам еще много интересных, необычных товаров, которые можно получить из Китая без отслеживания трека. Если вы только захотите, все эти товары будут вашими.